Первым представляю бойца в синем углу. Introducing to you first firing out of the blue corner. Ему 23 года. Рост 167 сантиметров. Вес 61,7 килограмма. Его профессиональный рекорд. 4 победы. Ни одного поражения. Ladies and gentlemen, he's 23 years old. Standing 167 centimeters tall. Official weight 61.7 kilos. His professional record. 4 victories and no losses. Дамы и господа, представляющий город Бишкек, Кыргызстан, не знающий поражений, the undefeated Тагайбек Сайфетдин. Его соперник в красном углу, fighting out of the red corner. Бойцу 22 года. Его рост 177 сантиметров, а вес 61,65 килограмма. Профессиональный рекорд 9 побед и только одно поражение. Ladies and gentlemen, he's 22 years old. He stands 177 centimeters tall. Official weight 61.65 kilos. His professional record 9 victories and only 1 defeat. Дамы и господа, из Санкт-Петербурга, Россия, приветствуйте Никита Приходько! Рефери Виктор Корнеев. Итак, начинается 165-й турнир Лиги ACA, Санкт-Петербург, КСК-Арена. Виктор Корнеев в клетке в качестве судьи. И у нас первый бой. Легчайший вес. Никита Приходько против Тагайбека Сайфетдина. Ой-ой-ой, и сразу начинается с попадания в пах. Да, не задается, скажем так, старт. Да, вот такое курьезное начало турнира у нас получилось. Но удар был не очень сильным. И быстро должен восстановиться Никита Приходько. Он в красном углу, в синем, соответственно, Тагайбек. Смотрим еще разок. Да. Ну, мы глухой такой звук от попадания в раковину услышали. Да, есть вот такое понятие чек-хук, а здесь был такой чек-пах, получается. Внимательно. Время. Подняли руки. Итак, продолжается у нас встреча. Формат стандартный, 3 раунда по 5 минут, и в этом формате пройдут все поединки, за исключением последнего. Такая против Батиста через руку неплохая атака от Сайфетдина. И очень опасно, все равно бьет внутренний лоу-кик. Есть опасность попадания опять в очередной раз. Здорово, навстречу Приходько дважды с левой. И почувствовал это Сайфетдин. А сразу же у нас пошел такой плотный бой. В основном нацеленный на голову. И вот только сейчас Приходько перевел акцент на корпус соперника. Лоу-кик тем временем от Тагайбека. Откровенно парни идут вперед. Зарубаются очень смело. Ну, откровенно при этом еще и выцеливает Сайфетдин. Удар справа через руку. Он не очень его скрывает. И Приходько пока все эти угрозы видит. Пытается пойти вперед Сайфетдин. Поддавливает. Очень аккуратный прессинг от него. Сейчас посмотрим, чем ответит Никита Приходько. И тут левый боковой, правый опять от Тагайбека. Хорошо он упреждает атаки соперника. Здесь джеб. Ну да, так с опаской очень по корпусу. Хорошо пробивает Приходько. Достал справа и еще поддавил, еще левым. Прямым. Вот здесь опять. Ну что ты будешь делать? Второй удар в пах в первом раунде. И если будет третье попадание, то вполне возможно Виктор Корнеев снимет балл с Сайфетдина. Хотя, опять же, вот злого умысла, не знаю, Ром, как тебе, лично мне показалось, что здесь не было. Он хотел пробить внутренний лоу, это понятно. Ну, вообще, мне кажется, что никакого злого умысла в принципе не бывает в таких боях. Откровенно видно, когда человек заряжен и хочет... Ну, так, ситуации бывали правила, разные за всю историю смешанных единоборств. И иногда, да, были такие грязные поступки, когда бойцы пытались просто спастись таким образом. Такое тоже было. Лоу-кик тем временем. Вот Приходько, продолжается встреча. Вот это неплохо. Вот это хорошо выполненный лоу-кик. Тут же пытается на руках достать Сайфетдин. Вторая минута подходит к концу, и пока все без борьбы, ни одного прохода, ни одного даже финта вот в сторону перевода не было. Все на руках. Пока у нас такой бой больше по кикбоксингу. Проходит хорошее попадание от Сайфетдина. Если бы справа зашло, тут же второй темп и вынуждает
Тагайбек соперника активно работать боковыми. Да, очень смело размениваются. Отлично! И великолепная перко. Да, правый снизу с легкой оттяжкой в стиле, прямо скажем, Конора, да, из... Пробил здесь очень аккуратно левой рукой, но тоже все-таки достал Приходько. При этом, смотрите, есть покраснение на лице у Никиты. И вот заход в борьбу со стороны Тагайбека. Первый тейкдаун у него в активе. Да, действительно, сумел законтролировать здесь, задержаться именно на конвасе, чтобы не поднимался Никита моментально. И вот здесь пытается уже зайти за спину. Да, пытается это сделать Тагайбек. Пока только контроль и колени по бедру. Хорошо, накидывает справа, ух, как плотно попадает. Есть возможность и здесь наносить удары. Может быть, амплитуда не самая большая, но все-таки удары доходили до цели. А вот здесь не получилось бросить через грудь, зацеп. И тоже, скорее всего, не получится. Из-за двух пауз раунд получается очень длинным. Складывается впечатление, что мы уже много посмотрели. Перевод. И вот здесь был контроль спины, но ноги заправить не успел. Тагайбек Сайфетдин. И какая у нас шумовая поддержка Сайфетдина. Да, северная трибуна. Видно, написано на их футболках. Чуть больше минуты. Хорошее колено с правой. Продолжает удерживать в этой позиции Сайфетдин. Ну вот, зацепился так зацепился. Даже если ненадолго выходил Приходько из этого положения, все равно не меняется принципиально. Видно, что Тагайбек очень грамотно подошел к этой встрече. Четко работает по плану. Сначала в стойке провел 2 минуты с лишним. Здесь как раз ногу уже заправил. Да и в целом всю борьбу Сайфетдин забирает. И, скорее всего, выигрывает этот раунд. Прижимайся, прижимайся. Тут всех. Хороший работа. Как считать? Ну, при прочих равных стойке, да, вся борьба быть, да, осталась за Сайфетдином. Ну, вот учитывая вот эти действия, когда он начинает отбивать заднюю поверхность бедра, то тогда, да, безусловно. А простое нахождение в этой позиции без какого-либо дальнейшего продвижения, да, или активности, ровным счетом смысла не имеет. Так или иначе, еще раз отметим, что при прочих равных все-таки контроль может иметь значение, просто контроль даже в стойке. Еще одно колено по бедро. Стоп, раунд закончился. И перерыв. Итак, второй раунд. Никита Приходько против Тагайбека Сайфетдина. Пытается на руках достать на сей раз Сайфетдин. Чуть активнее работает Никита на старте. Пытается перехватить инициативу и сразу же подключается барабан, который звучит с трибуны, где находятся болельщики Тагайбека. Двигается вперед Приходько, пытается достать. И вот вновь было, по-моему, на грани сейчас, чтобы в пак не попасть. Нет,
Да, и, конечно же, внизу я тут поправку, потому что сейчас я посмотрел в сторону, там огромный сектор, который поддерживает Никит. Естественно, писали в Санкт-Петербург. Еще раз напомню, Бэкфест, его исполнение отмечало, что это один из фирменных ударов Никиты Приходько. По корпусу хорошо. Есть, кстати, небольшое повреждение на лице у Приходько. Опять размен. Задерживаться стал Сайфетдин, и это проблема для Тагайбека. Да, с корпуса на голову неплохо переложил акцент своих атак. Приходько, вот и статистика, 27 на 20. В пользу Сайфетдина. Нагружай башку. И здесь уже борьбу идет раньше, сильно раньше. Тагайбек. Первый перевод не получается. Да, шумовая поддержка, конечно, впечатляющая. Очень добавляет атмосферы парни. Что-то из футбольных матчей сейчас пришло к нам сюда, в смешанное единоборство. Ну, вообще, это пришло уже довольно давно и в разных странах. В Англии, например, тоже прекрасно ходят футбольные болельщики на MMA события. В середине у нас приближается встреча. Пока такая вязкая борьба с редкими ударами от Тагайбека. Больше по защите. Не может он перевести. Пока. И что там, рассечение? Кровь появилась на лице у Никиты. Отстреливается, вернее, отбивается Приходько. Из угла вышел, из-под давления выбрался. И теперь разноэтажно действует, но пропускает. Немножко затяжная получилась у него комбинация. Бэквист крутит, потеря координации чувствуется. Подвымотал его Тагайбек. Так или иначе, все-таки левой рукой достал Никита оппонента. Здорово. На скачке опять залетает Приходько и пытается левым боковым останавливать при любом сближении с Тагайбеком. Вот в этом раунде в стойке, конечно, неплохо выглядит Никита Приходько, вынуждая оппонента раз за разом идти в борьбу. Хорошее отбрасывание. В итоге запираются они возле сетки. Да, сейчас уже просто Никита, Никита скандирует трибуны. Пытается он накрывать соперника сверху. Да, тратит силы Тагайбек Сайфетдин на вот этот контроль. Минута 20. Как тут зарядился Тагайбек. Накидывает и накидывает слева. Я думаю, еще предпримет такую попытку. Да, вот, собственно говоря, пара ударов и выходит из этого положения. Приходько пытается догнать тут же застрявшего. В очень удачном положении Сайфетдин. Выбросил несколько ударов. Никита, там была еще неплохая попытка в клинче застрять и колени выбросить, но в итоге не получилось. А вот до этого опять правый апперкот зашел точно в цель. В лучших традициях, как будто от Густавсона. Длиннющий такой крюк. Здесь спрол. Хорошо, коленом бить нельзя. Здесь Корнеев внимательно следит. Ни в коем случае положение партер. Да, у Никиты, конечно, своеобразно складывается взаимоотношения от клетки с бойцами из Киргизии. Уже четвертый раз он дерется с представителями этой страны. Хороший захват за корпус, попытка зацепа. Неплохое, неплохое зашагивание было со стороны Сайфетдина, но не удалось. Ну что ж, здесь, видимо, будет и третий раунд. Опять исключение успевает провести атаку Никита. И пока все. Отправляются бойцы на последний перерыв этой встречи. Ну что ж, вполне возможно 1-1. Да, не исключаю. Ну, вообще, интрига неплохая с самого начала этого поединка. И она держится, за исключением вот этих досадных попаданий в пах. Если мы их вынесем за скобки, то в целом очень даже конкурентный и симпатичный поединок. Вот тот самый апперкот. Да, правый снизу просто шикарный. Что, Приходько? Ну да, по исполнению на 5 с плюсом. We'll be right back.
10 секунд до конца перерыва. И в клетке должны остаться только трое. Третий раунд. Раунд 3. Поехали, смотрим. Поддавливает Приходько. Тут же встречный проход. И работа на руках от Сайфидина. Немножко потерял равновесие. Получил под ближнюю. Вот на самом деле Тагайбек сильно потратился на самом деле в втором раунде. Сейчас кажется, Приходько посвежее. Пытается достать, дотянуться даже, так скажем, до корпуса. Не получается. Еще работа. Неплохой тайминг. По корпусу достает Никита. И по-прежнему в правосторонней стойке левши находится Сайфидин, но застаивается все больше. Здорово, хорошая комбинация. Левый, наверное, прошел, правый мимо и еще слева вдобавок пытался достать. Приходько постреливает джебом опять, разноэтажно работает с переводом на корпус. Ну, заряжается на удары справа, и был удар в панк, но не очень сильный. И Виктор Корнеев не стал останавливать эту встречу. И сказал, работаем. Еще одна серия. Ну, откровенно выходит на сильнейший удар справа. Приходит сайдкик, а вот это неплохо. Еще давление навстречу, отлично. Да, перерабатывает, приходит к стойке. Да, и математически, то бишь в количественном смысле, и в качестве в том числе. Да, при этом какой тяжелый был первый раунд. Еще с правой. Тянется немножко за ударом Приходько, но достает. Еще бэквистов в этом раунде мы не видели. Приходько. Пытается в углу Приходько, судя по всему, донести, что его оппонент уже стоит. Но действительно, он мало движения. Да, есть, безусловно, работа в стойке. Но немного задышал Тагайбек. Опять же, после той самой тяжелой борьбы в втором раунде. Здесь через руку еще одна атака в разрез. Пытался ответить. Сайфидин пропускает еще один удар в голову. Уже так слегка на кураже начинает работать Никита Приходько. Нащупал он дистанцию. С отклонением по корпусу. И двойка точно пришлась. Наверняка будет еще один нырок в борьбу со стороны Сайфидина. А может быть даже и не один. Но посмотрите, как аккуратно напирает Никита Приходько. Вот сейчас 65 на 60. Это общее количество по ударам в пользу Сайфидина за весь бой. Аккуратно при этом напирает, еще раз отмечу, Никита, для того, чтобы в любую секунду совершить скролл и не позволить сопернику провести тейкдаун. Да, уже давление, в общем-то, становится очевидным. Здесь опять плотно вкладывается Никита. Китайский тип выбросил Сайфидин. Покраснение есть на внутренней стороне бедра. О, Приходько. Да, все-таки некоторые удары ведь дошли до цели. Тут же на опережение пытается достать Никита. Еще давление. О, хорош какой внутренний лоб. Да, и вот здесь вообще с этим самым давлением приходится Приходько справляться. Это молодой боец. Тем не менее, уже 10 поединков профессиональных у него за плечами имеется. Опять правый снизу в завершение. Эпизодами, простите, уже хватает просто воздух ртом Тагайбек. И первый бэкфист в этом раунде. Откровенно гоняет соперника по клетке. Здесь хорошая заруба на средней дистанции. Точных ударов было не так много. Двадцать секунд. Но по контролю клетки и по количеству ударов Никита, кажется, интереснее в этом раунде был.
давление, постоянное движение вперед. Да, и, возможно, Никита забирает вообще этот бой. Если так и будет, то успех, скорее всего, будет волевым. Все, бой завершен. С интересом ждем судейский вердикт. Да, такую хорошую короткую размахайку учинили в самом конце. Было неплохо, ну да. Весь подсчет сейчас ведется как раз возле Александра Загорского. Лидойл в том числе вносят в карточки цифры. Мы пока с вами смотрим основные эпизоды. Небольшая пауза. Приглашение вердикта. Ну что ж, дамы и господа, кажется, у нас вполне возможно раздельное решение. Александр Загорский внимательно изучает записки. Итак, прежде чем будет объявлен судейский вердикт, аплодисменты обоим бойцам! Applause for both fighters! Итак, дамы и господа, обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, we go to the judges' scorecards. Судья номер два, George II. 29-28, 29-28. Сайфи Дин. Судья номер один, George I. 29-28, 29-28. Приходько. И судьи 3, 4 и 5 одинаково оценили этот поединок. 29-28. And judges 3, 4 and 5 are in agreement, scoring the same 29-28. Таким образом, раздельным решением судей победу одержал and your winner by split decision Тагайбек Сайфидин! Вот так вот Тагайбек Сайфидин выигрывает в этом поединке и сохраняет 0 в графе поражений. Поздравляем Сайфидина!